падкасты радыё Свабода. Гэта падкаст Свабоды, тут Ганна Соус. І мой госць, рэстаратар і крытык Александра Лукашэнкі Вадзім Пракоп'яў. Ён расказаў, чаму пераехаў з Кіева ў Вашынгтон, з кім тут сустракаецца і якая яго самая галоўная мэта ў США. Я перемещаться буду по миру только с одной целью. Если я смогу принести ущерба больше в Вашингтоне, значит, я буду в Вашингтоне. Если в Брюсселе, значит, буду в Брюсселе. Если в Киеве, значит, буду в Киеве. Все очень просто. Мы на войне. Где больше ущерба я смогу принести обратной стороне, там я и буду находиться. Ну, теперь карантин, и в Америку не так просто трапить. У вас была виза, вы попросили политический притулок. Как вы приехали? Нет, я не просил никакого политического убежища. Вообще об этом речи не идет никакой. Я считаю, что если все будет развиваться в Минске правильно, мне не надо будет никакого убежища. Так вы просто по визе приехали? Карантин. Ну, у меня виза была открыта, да, у моего сына была открыта виза, все в порядке. И вы теперь находитесь у каким городе? Я нахожусь в Вашингтонском обкоме, как раньше шутили. И в Вашингтонском обкоме у меня очень много дел. Я мало сплю и много работаю. Я копил эти связи последние 15 лет. Я думаю, что меня в конце концов выведут на каких-то людей, которые принимают решения. Я каждый день объясняю про ситуацию в Беларуси. Я каждый день объясняю, где уязвимые места. И я думаю, что наступит какой-то момент, когда все это скопится в очень-очень существенную, саккумулируется в очень существенную позицию. И если так случится, то обязательно отсюда нужно нанести удар. Удар прямо по Беларусь-Калию санкциями, которые он считает вообще своим предприятием. Он рассматривает это просто как свое семейное предприятие. Ну, собственно, как и все предприятия в Беларуси, да, государственное. Поэтому здесь его очень слабое звено. Вот здесь у него очень мягенько. Я прекрасно понимаю, что он будет нанимать людей и среди американских лоббистов. Денег у него сворованных на это хватит. Вот. Ну, посмотрим, чьи лоббисты сильнее. Посмотрим, он против меня, его Маккей против меня. Скажите, калі ласка, якого узроўню у вас контакты в Вашингтоне? Якая у вас ангельская мова? И вот я по-английски говорю, как по-русски, не хуже. Да, и, разумеется, я думаю, получше Маккея, говорю по-английски. А какие контакты у вас тут, у вас в Вашингтоне? Ну, у меня контакты налаживаются. Вчера, например, на пикете у белорусского посольства я познакомился с совершенно замечательным человеком, легенда фактически, это Кёрт Волкер, который был, если помните, послом в Украине в самые напряженные времена. У него все нормально с моральным компасом, у него все нормально с мировоззрением. Но я прекрасно понимаю, что повестка формируется в Вашингтоне не Майком Помпео, она формируется значительно по-другому. Там есть у них так называемые мозговые центры, там есть ключевые люди, там есть люди, которым прислушиваются, там есть эксперты по странам бывшего Советского Союза. Я, к сожалению, с сожалением констатирую, что Европа нам не поможет. И, возможно, Америка не поможет. Но я, во всяком случае, сделаю все для того, чтобы это случилось. Да? Европа заняла мягенькую позицию, это очевидно. Пока что из наших союзников крепче всего Литва. Ці маеце вы контакты с белорусской диаспорой у Вашингтоне? Да, я вчера со всеми познакомился. Они предлагают помощь, они самостоятельно делают уже многие вещи. Есть технологические вещи, есть моральная поддержка. Вчера мы пели песни у белорусского посольства, да, и был импровизированный митинг. Все очень хорошие, приятные люди, у которых сердце болит за Беларусь. Скажите, калі ласка, вот пытанне карантину, два тыдні, наколькі я ведаю. Калі... Это устаревшая информация, никто меня не просит быть на карантине, нету тут никакого карантина, просто живешь, носишь масочку, соблюдаешь элементарные правила. Это просто отражается на людях, которые, некоторые из них разъехались из Вашингтона, ну и потом у американцев, поймите, Беларусь точно не на первом месте. Моя задача передвинуть ее хотя бы немножко повыше в приоритеты. А вообще у них выборы ноябрьские, понимаете, у них ковид. У них много чего происходит, как и положено, в общем-то, в такой стране. Но я считаю, что с помощью информации, переговоров, четкого плана, Тихановская самостоятельно, я самостоятельно, мы добьемся чувствительных мер против Лукашенко и его клики. Вы протягиваете сдымать ваши видеоролики, так? Я сегодня собираюсь, вот я только что закончил текст писать,
Вот, встал сегодня пораньше. Мыслей было много. И, ну, я сегодня подровнял его. Сейчас еще подредактирую немножко. И просто запишу на iPhone. Никакой возможности ни финансовой, ни технологической у меня снимать в киношном виде уже нет. Да и необходимости такой уже нет. А чем вы занимаетесь, кроме вот этой вашей основной меты, якую вы сказали? Никакой у меня другой цели нет. Ну, я маю на увазе, человек, может, будете працавать, может, будете уладковываться, но... Есть только одна боевая задача. Помочь вторым фронтам, если надо, третьим фронтам, если надо, четвертым фронтам. Помочь любым способом сократить агонию. Есть только одна задача. Никакой больше задачи у меня нет. Ни бизнеса, ни карьеры, ни политического убежища. Только одна боевая задача. Есть у вас сродки, на какие вы можете протриматься, не который час, покуль этим занимаетесь? Ну, какое-то время еще могу. Да, немного денег, но на какое-то время мне еще хватит. Вы казали про то, что будете подорожничать по свете в решении задачи, якую поставили, что после Америки. А куда Маккей поедет, вот он увидит меня вот прямо в своем отеле, прямо на ресепшн. Я его обниму крепенько. Вадим, вы, напевно, глядели стримы, репортажи с Менску, с белорусских городов. Минулый тыдень. Как вы оцениваете мирные протесты, которые теперь отбываются в Беларуси, и реакцию улады на их? Белорусам не хватает злости. Нам не хватает злости. Мы настолько развращены были психологически режимом за последние 26 лет, что некоторые из нас могут дать слабину. Некоторые из нас, получив сапогом в лицо, возможно, готовы поцеловать сапог. Я надеюсь, что этого не случится. Я вижу, что мы перерабатываем, переламываем этот страх. Этот стокгольмский синдром уходит. Мы крепнем с каждым днем. С каждым днем. Я надеюсь, что здоровая такая злость и хороший уровень ярости поможет нам перевести операцию в наступление. Потому что одни финты, а одни понты. Никакой силы у него нету и быть не может. Так вы супраць мирного протесту, який так вот, ну, принципово, як выглядає, белорусы демонструют теперь? Ну, это можно назвать мирным протестом, который может перейти в не такой мирный протест. Да, мирный протест замечательно, консолидация – это замечательно, да, комбинация усилий – замечательно, забастовки – это отлично, акты гражданского неповиновения – это прекрасно, да. Координационный совет – это хорошо, кто бы там что ни говорил. Пускай они пугают, пускай они там на допросы вызывают Следственный комитет. Координационный совет может увеличиться, да, и стать 1000 человек. 1000 человек будет на допросы таскать. Светлана Тихановская вышла, оправилась от чудовищной психологической драмы, да, и делает свою работу блестяще и вообще перевыполняет план. Так что лидеры улиц, если такие появятся, будут немедленно нейтрализованы. В эту игру мы играть не будем с ними. Нам нужен просто напор по сантиметру, по миллиметру, по 10 сантиметров, по дюйму отвоевывать себе пространство. Гродно должно выбрать нового губернатора себе. Да, на каждой вышке, на каждом заборе, на каждом высотном доме должен наш быть флаг. Тачкомы должны сделать множество лидеров, а не одних, которых вызывают на допросы. Процесс идет. Дякую великий, Вадим. Ну, трымайтесь, будем на сувязи. Да, я не трымаюсь, я прекрасно себя чувствую, в отличной форме, да, и буду на каждом фронте открывать все новые и новые атаки и рубежи. Не переживайте за меня, да, живи Беларусь. Подкасты «Радио Свобода».